Екатерина Гамова. О! Екатерина Гамова. Она... Ну, я думаю, что вместе с Катей, безусловно, и этот приз разделят по праву его подруги по сборной команде нашей страны. Придется встать с колен. Я хотел... Очень тяжелое. Я постараюсь аккуратно, чтобы не повредить вашу головку. Тяжелое, правда? Ну ладно, ты ехай. Спасибо большое всем, для меня огромная честь. Я думаю, что к этой награде не только моя, но к ней причастны те люди, тренеры, которые вложили в меня свой труд и которые воспитали во мне ту спортсменку, которой являюсь я сейчас. И, конечно же, моя семья, которая всегда меня поддерживает любую минуту. Спасибо. Наши поздравления.